День Нептуна – яркое тэтралізаванае прадстаўленне, якое традыцыйна ладзіцца ў сярэдзіне лета. Кожны год сцэнарый свята мае пэўныя адрозненні і дапаўненні. Аднак традыцыі яго правядзення застаюцца нязменнымі ў насычанай культурна-забаўляльнай праграме і пазітыўным вясёлым настроі яго ўдзельнікаў. В областном центре аматоров свята воды штогод збирает администрация Новобелецкого района Гомеля. По традиции для гостей ладится шмат цікавых сюрпризов. Гульнявые и спортивные пляцовки, аттракционы, фотозоны. Импровизованный конкурс «Мисс Пляж» и многое иншее. Кульминацией свята стало эффектное з'явление з водных просторов раки Сош, Цара Мораў и заступника подводной стихии Нептуна и его свиты. Здравствуйте, дорогие друзья! Бог Нептун, его жонка Фіцыда, русалки, водяники и черти – головные деючие особы свята. В основе театрализованного представления закладена старая морская традиция, згодна с якой при пересечении судном экватора капитан повинен спытать во владара мораў дозволу на плавание у его водных уладаннях. У сучасный контекст святкования организаторы укладывают и иншие идеи. Мы хотим рассказать детям о том, что вода может нести в себе как добро, так и может причинить зло. Сотрудники МЧС на нашем мероприятии расскажут, как с помощью воды они спасают людей, а сотрудники освода расскажут детям о том, что вода может нести с собой еще и опасность. Подчас свята старажытна-рымскі, старажытна-грэчаскі боги мораў Нептун и Посейдон вызначалі, кто из них больше моцный и магутный. Дякуючы шэрагу цікавых конкурсов, у яких приняли удел гости мероприемства, перамагла дружба. Я, морской бог Нептун, поздравляю всех жителей города Гомеля с этим прекрасным праздником. Обещаю, что буду защищать вас на водных просторах, помогать вам в рыбалке, в путешествиях по морях. По правилах старой морской традиции, перш чем дать дозвол на пересечение экватора своих водных уладанья, у Нептун повинен охрестить мораков морской водой. Минавито тому свято было б неполным без водной феры. Музычная водная фея должилась усяго некалькі хвилин, однако уражение от яе, як и у целом от самого свята. У гостей, сдается, хопить до наступного дня Нептуна. Нам очень понравилось. Было классно. Водная... Шланг это был. Да, мы все было промокли. Холодно. Мы все промокли, и было очень классно. Много различных конкурсов было. Да, вот это обливание вообще круто. Мне очень все понравилось. Нептун, конкурсы, было очень классно. Очень интересно. Особенно, когда много эмоций, когда многие люди бежали на фонтан. Праздник, я думаю, что удался. И погода вроде бы не подкачала. Как бы нормально так все. Вероника Ворошилина, Максим Савин, Валера Игопанько. Телерадиокомпания «Гомель».